В очередной 19-й серии сериала «Невский. Чужой среди чужих» вы узнаете о том, как Фома, Семенов и Юля спасаются от преследования в загородном доме. Фома предлагает Юле уехать из страны после того, как он решит все проблемы. Семенов встречается с Арсеньевым и сообщает ему, что общак, переведенный в бриллианты, находится не у Фомы, а у Байкала. Арсеньев удивлен, что Семенов ничего не требует взамен за такую ценную информацию. Байкал предупреждает Пахома, что если Фома слился, то за общак придется отвечать Пахому. У Пахома появляется версия, что вся мутная история с общаком может быть провокацией органов, чтобы рассорить бандитов, и поэтому Фома ему нужен живой и вовсе невредимый.